Так, друзья, что ж, в мою арку заднюю, левую, вы уже все видели. Ее состояние довольно-таки так интересное. Вот это все мелочи, но вообще, что именно сейчас хочу показать. В заднем кармане, вот в этом вот, можно сажать картошку. Там вот песка, смотрите. Ой, тут даже что-то еще есть. Какие-то шлангочки. А, сливные отверстия какие-то. Ну ладно. Сама суть то, что песка тут. Точнее, грязи, земли и так далее. Возникает вопрос, что бы тачки, блин, не гнить. Можно даже через это вот окошко вам показать. Земли тут прям здорово.